Это совершенно традиционный итальянский концерт, характерный для эпохи барокко, но удивительное остроумие, удивительная изобретательность, удивительное композиторское мастерство, творческий дух, творческий импульс, конечно, делает эти четыре концерта совершенно особенными. Свое прочтение известных времен года Вивальди в концертном зале «Курортный» представил Илья Иов с камерным ансамблем «Дивертисмент». На концерте звучали не просто сочетания различных пьес, посвященных одной теме, но целая звучащая концепция взаимоотношений человека и времени. Камерный оркестр «Дивертисмент» был создан в 1990 году. Его конек – приверженность петербургским музыкальным традициям и стопроцентное владение современными исполнительскими приемами. Илья Иов руководит оркестром с 1998 года. Им исполняются произведения практически всех наиболее значительных авторов в истории музыки, писавших для скрипки, от Баха до Гласса. Он стал обладателем специального приза на конкурсе ARD в Мюнхене и первой премии на конкурсе имени Виотти в Верчелли. За прошедшие сезоны концерты ансамбля «Дивертисмент» в себя включали произведения последних трех столетий – от Вивальди и Баха до Мартынова и Хрущевой. Такая широта репертуара и здоровая всеядность ансамбля снискали заслуженный успех у российской и европейской публики. Что же касается аудитории нашего района, то откровенно радует, что у жителей Сестрорецка неиссякаемая любовь к классике, что подтверждает заполненный зал кинотеатра «Курортный». Благодарность публики была выражена в теплом приеме ансамбля. Люди, пришедшие на этот концерт, получили не просто некое перечисление знакомых и приятных мотивов, но и поняли, что «Дивертисмент» рассказал увлекательную историю с завязкой, развитием и кульминацией. Слушатели вместе с ансамблем все это прочувствовали и пережили, потому что соучастие в музыкальном приключении роднит и сближает.